Я говорю, мы сейчас все купим, я предлагаю пойти в машину. Вы поедете? Потому что будет плохо. Вы мне угрожаете? Я не угрожаю. Вы не угрожаю. Вы сейчас, скажите, выполните мои законные требования. На чем основываете? Я вам все сказал. Я тоже все сказал. Пойдемте. Я не отказываюсь куда идти. Пойдемте. Я никуда не пойду. Пойдемте, вы же отказываете. Для установления моей личности? Да. Вот, мы сейчас купим продукты, пойдем к машине, я покажу свой паспорт. Ребят, пойдем. Может, хватит? Вы что делаете-то вообще? По-хорошему, пошли. Я по-хорошему сказал. Что, у тебя наручники одеть? Давай. Только я не отказываюсь. Руки отпусти свои. Сядет за стол, понял? Что вообще за фигня происходит-то? Здравствуйте, вас приглашали? Давайте, вы что, вы мне тоже сказали, давайте. Что вы, приглашали, всех пригласили. Руки поднимите, пожалуйста, все содержимое карманов укладывайте на стол. Протокол осмотра, пожалуйста. Все будет, пока досмотр. Оружие, наркотики, имейте при себе. Вы можете меня осмотреть. Руки, я могу, руки поднимите. А это уже досмотр. Протокол составляйте. Протокол составляйте. Вы что, охерели, что ли? Вы что делаете? Я сказал, протокол составляйте, я все вытащу. Все заставил, руки мы отпусти. Без протокола не имеете права. Вы что делаете вообще? Что за беспредел? Ты что, гонишь, что ли? Телефон доверия, обувь. Вы что делаете, блядь? Вы девушка, совсем покиньте, что ли? Я не собираюсь помещение. Покидать помещение. Выйди, Наталья, не трогайте меня. Телефон доверия. Вы тоже меня сюда. Не трогайте. ГУВД подойдите. Области и звони. Не трогайте. Покиньте, пожалуйста, служебное помещение. Покиньте служебное помещение. Где телефоны ваши? Покиньте служебное помещение. Жетоны телефон сними, хорошо. Ваш. Удостоверение ваше, пожалуйста. Пожалуйста. Вы че, блин, с ума посходили? Уберите, пожалуйста, жетон ваш не видно. На камеру, пожалуйста. На камеру я имею право вам предъявить. Я его не видел. Не видел. Ваши проблемы. Не видел? В смысле мои проблемы? Смотреть надо лучше. Покажите ваше удостоверение в развернутом виде. Сержант полиции Кузнецов Александр Сергеевич. Я вам предлагаю действовать. Покажите, пожалуйста. Видели? Что у меня в лицо? Вы что делаете? Камеру. Снимать удостоверение не имеете права. Не имею права. Ну не буду, давайте. Уберите руки с телефона. Вы знаете что? Вы мне разбили сейчас экран. Вы мне разбили экран. Замечательно. Вы что делаете? Руки поднимите. Не трогайте карманы. Не трогайте карманы. Что делаете вообще? Вы что делаете? Вы что делаете вообще? Вы что делаете? Да я сейчас нормально позвоню, что, блин, выйдите, пожалуйста. Выйди, позвони. Я не собираюсь выходить. Да выйди, Наталья. Я не собираюсь, блядь. Пистолет и потом сдам. Подождите, вы что делаете? Вы что делаете? Никакого сопротивления. Я вам предложил действовать в рамках правового поля. Составляйте протокол, я все выложу. Вы что делаете? Тихо. Я не оказываю никакого давления, физического сопротивления. Я защищаю. Руки убрал. Да я никуда их не сувал. Руку назад убрал. Куда? Почему? Ты наручники одеть. Зачем? С какой целью? Ты не успокаиваешься. Да я не агрессив, я вот он стою, блин. Как он еще мне... Пишу, блин, оторвал. Руки назад поставил, куртку снял.
парень. Куда ты надо делать? Что? Ничего. Все, руки назад. С какой стати нужно назад делать? Вы что, гоните что ли? Да вы что делаете-то вообще что ли? Зачем? Да что хочешь от меня? Вы что привязались-то вообще? Руки зачем? Дай. Я не буду давать руки. С какой целью? С того, что я просто шел и вы, блин, решили на меня наручники одеть. Стой, подожди, дай я расслаблюсь. Ну, успокойся, спокойнее будет. Спокойнее оденешь. Да. Да на, одевай, одевай, одевай. На вторую руку. Да, ну, давай. Вообще здорово. От меня что вы хотите? Все то же самое. Что именно? Наручники все тоже то сразу? Нет, зачем подождите, наруч... подождите. Вы попросите, я предлагаю, сам это давайте, сделаю. Давайте, предоставьте все содержимое ваших карманов. Угу. С какой целью? С какой целью? С какой целью, вы скажите? Установление, есть ли у вас оружие, угу. Наркотики, угу. Запрещенные препараты. Угу. Вы у меня паспорт даже не спросили. У вас есть паспорт? Вы нету хотите, паспорта. Вы ведь... Почему я нету паспорта? Стоп, 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 подождите, стойте, стойте. Вы у меня спросили, есть ли у меня паспорт? То же самое, подождите, вы сейчас у меня уроните телефон. Вы зачем?